«Сдай кровь, подари жизнь». Такой лозунг придумали организаторы донорской акции в Ульяновске. Мероприятие приурочили к акции «Мы вместе». Организаторами выступил ресурсный центр по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион». Сегодня акция донорская, которую мы проводим по инициативе ресурсного центра по развитию добровольчества и благотворительности, направлена на то, что часть крови будет направлена в зону специальной военной операции. Поэтому пригласили организации Ульяновской области, те, которые готовы поддержать нас и тоже принять в этом участие. Цель акции – помочь нуждающимся, а также повысить осведомленность населения о донорстве. В акции приняли участие студенты высших и средних учебных заведений, участники движения первых, волонтеры и представители правительства региона. Сам лично принимаю активное участие в данных акциях. Это помогает с точки зрения рекомендации врачей, не только приносит пользу для здоровья, но еще приносит пользу обществу. Сейчас мы помогаем нашим героям, которые находятся и участвуют в СВО. Поэтому вот донорские акции, они действительно очень полезны и кому-то, возможно, даже могут спасти жизнь. Сдавать кровь может любой здоровый гражданин старше 18 лет. Для этого необходимо прийти на станцию переливания крови, горожанам не забыть паспорт и СНИЛС, а для жителей области еще и справка об эпидокружении. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.